сердцу и никого, рассказать некому и ничего. Вот незнакомец идет навстречу, и почему знакомого не встречу? У нас в Жигулевске, как в норе, как в космической черной дыре, иногда имеет место кухонная аномалия. Летают тарелки, шоковое состояние. Жена удивить, да чтоб и вам так жить. Подвела к статуе, показав медведицу, которая улыбнулась мне на всю улицу. Зачем она улыбается надо мной, насмехается? Юморит Уфо аномалия, где начинается, там и кончается. Соседа можешь не узреть никогда, можно вообще не увидать никогда. Вспоминаешь его как-то случайно, время пролетело печально. В Жигулевске, как в норе, как во вселенской черной дыре. Мистика – странная аномалия. Да ладно, главное, не вахханалия.